Первенство округа по плаванию провели в три этапа. Масштабные старты разделили на категории по уровню подготовки. И первыми были учебные группы, где дети только в сентябре приступили к тренировкам. Маленькие плыли 50 метров. Второй этап средний плывут, учебно-тренировочная группа плывут 50 и 100 метров. А старшие дети плывут 100 и 200. Самые юные участники состязаний – первоклашки, а взрослый поток составили пловцы 15 лет. И среди них уже опытные из разных спортивных объединений Уссурийска. Вера Скиба заработала свою первую серебряную медаль. Второклассница с сентября постигает стили плавания. Начинающая спортсменка смогла сориентироваться на дистанции, хотя попала в непривычные условия. Сложновато было плыть из-за того, что у меня не было зажима. Просто я всегда на тренировках с зажимом плыву, а так без зажима мне очень тяжело плыть. Теперь дети встретятся на водной глади уже в следующем году. Первые старты пловцов по традиции проходят в январе на новогодних праздниках. Виктория Калинина, Наталья Зайцева, Роман Адонин, Телемикс.